Сегодня документы не надо. Сегодня мы хотим вас поздравить с наступающим праздником 8 марта, подарить вам цветы и подарочек. Взмах жезлом, и машина останавливается. Инспектор приветлив. Вместо документов сегодня попросит улыбку. Вместо штрафа вручат цветы и подарки. Радио «Лемма» совместно с Дорожной инспекцией Владивостока провели акцию «Весенний патруль». Сегодня мы проводим акцию «Цветы автоледи». Инспекторы Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Владивостока останавливают мимо проезжающие машины, за рулем которых находятся женщины-водители, и поздравляют их с наступающим 8 марта, вручают цветы. Несмотря на то, что акция у нас проводится ежегодно, для девушек, женщин, она становится все равно приятной неожиданностью, то есть они удивляются цветам, улыбаются, радуются. Тюльпаны от Приморского агрокомплекса, минеральная вода «Медвежка» и сертификаты от студии красоты «Он и она». Желающих присоединиться к поздравлениям милых дам было много. Ну, здоровья, удачи, гармонии с собой, с окружающим миром, мирного неба. Всего самого хорошего. Спасибо салону «Он и она» за такой замечательный подарок. Отлично, что существует радио «Лемма». А теперь скажите нам, как вы себя чувствуете после такой остановки и сюрприза? Ой, думаю, если честно, приятно. Настроение вам улучшили? Да, конечно. Спасибо. Не нарушаю. Все автоледи отвечали искренними улыбками. Даже те, кто спешил, не пожалели пары минут на добрые слова благодарности. Все дамы обещали неукоснительно соблюдать дорожные правила. Радио «Лемма» поздравляет всех милых, прекрасных дам. Ну и, конечно же, 8 канал. Весь наш холдинг «Бизнес Кейс». Мы поздравляем милых дам с наступающим 8 марта. Мы вот сегодня проводим такую акцию «Весенний патруль». Она очень давно уже у нас действует. Останавливаем милых, прекрасных дам. И что вы думаете? Конечно же, инспектор проверяет документы. Ну а мы, в свою очередь, дарим им цветы и подарки от наших партнеров. Это салон красоты «Он и она» и, конечно же, компания «Славда Групп». Минеральная вода «Медвежка». Акция «Весенний патруль» проходит не первый год. Традиция поздравлять автолюбительниц пришлась по душе и инспекторам, и участницам. Екатерина Зверева, Илья Тишкин. Новости на восьмом.